Ренат, этого боя ждала не только вся Республика Татарстан, но и многочисленные татарские диаспоры. Ты это чувствовал по поддержке зала. Ты сейчас можешь повторить, наверное, те слова, которые сказал в октагоне. Ведь ты же всех порадовал сегодня. Да, я реально этого долго ждал. Самара для меня не чужой город, так как я уже здесь, по-моему, четвертый раз дерусь. Плюс я в Самарской области служил. У меня тут живет мой брат Рамис Терегулов. Мои братья, поэтому очень важно было мне здесь выступить и выиграть. А вот ты вначале как бы попытался ввязаться в обмен ударами, но потом, наверное, решил не рисковать и постарался решить исход боя в партере. Я ведь такой сам по себе очень сильный рубака, но потом я подумал, что риски велики. Байрам очень сильно правый бьет, я это знал, и мои тренера кричали. Если бы я их установку не выполнил бы, они меня хуже в раздевалке побили бы. Поэтому я думаю, не хочу получать ни там, ни тут. Сделал свое. Теперь что нужно сделать, чтобы не получить в финале, а вот так же достойно выглядеть, как сейчас? Также упорно тренироваться. Рот высох. Упорно тренироваться. И также, уж к слову, хочу поблагодарить президента Татарского спортивного союза Марата Капкаева, моего старшего брата, за помощь. И президента клуба «Ирбис» Магана Воровиля за то, что он помогает. И дай бог, дальше будут помогать, и я хорошо подготовлюсь и заберу этот пояс к себе. Самарская область, безусловно, будет болеть за тебя. Спасибо большое, очень приятно, спасибо.